Младенческий сон новорожденного Тиграна чутко оберегает его мама. Малышу чуть меньше суток, и она все никак не может на него наглядеться. Такой долгожданный, любимый и такой непривычно маленький. С пеленанием пока у меня проблемы, я делала более такое легкое слип. Ну, конечно, первый раз сейчас вот только я его переодела. Сложновато, конечно, страшно первый раз. Счастливых молодых мам в 20-м отделении Пироговки сейчас 56. В преддверии Дня матери они принимают поздравления и подарки от имени главы города и пожелание не останавливаться на достигнутом. Мы желаем вам здоровья, благополучия, здоровья вашим деток и, конечно, успехов в их воспитании. Я думаю, что через год на этом же месте мы с вами встретимся еще раз. В этом году в двух роддомах больницы Пирогова родились уже около 6 тысяч младенцев. Больше половины всех новорожденных по Самаре. В прошлом году 20-е отделение было отремонтировано по городской программе модернизации. Затем, как и все объекты здравоохранения, было передано под крыло областного Минздрава. Мы стараемся поддерживать это состояние в нормальном виде. Вы видите отремонтированные палаты, коридоры. То есть полностью здание восстановлено. Оно проектировалось и воздвигалось где-то около 20 с лишним лет назад. Поэтому заново все это модернизировано и восстановлено. То есть условия созданы нормальные для того, чтобы рождались хорошие и здоровые дети. Рожать, да и просто находиться в роддоме Пироговки стало намного приятнее, отмечают женщины, которые пришли сюда за вторым, а кто и за третьим малышом. По статистике, таких семей в Самаре становится с каждым годом все больше. Марина Матвеевична, Дмитрий Тарасов. События.